Во время визита патриарха на Соловки среди толпы прихожан в одном из храмов была замечена самая обсуждаемая в последние дни в федеральных новостях фигура. Популярный ведущий Андрей Малахов после ухода с Первого канала отправился не работать на телеканал «Россия», а прибыл вместе с делегацией патриарха на Соловки исповедаться. Шоумен замечен во время съемок службы, которую проводит патриарх московский всея Руси Кирилл. В одеянии обычного туриста Андрей Малахов, как и все прихожане, проходит в очереди к Святейшему на причастие. На Соловки экс-ведущий программы «Пусть говорят» прибыл, видимо, инкогнито. Ни в одной новостной ленте о его визите к патриарху ни слова. А между тем обсуждается, где будет работать Малахов. По одним источникам его ждут на канале «Россия», где он будет вести авторскую программу. По другим он собирается сотрудничать с футбольным клубом «Зенит» и уже примерил новую униформу. Но, видимо, пока Андрей Малахов не торопится появляться где-то публично. К слову, недалеко от Соловков, в Мурманской области, откуда родом шоумен, он собирается продолжить дело своего отца и возродить храм в Апатитах.